Приветствую вас. Смотрите, у вас есть два основных момента. Первое, это то, что вы боитесь, что рухнет семья, то есть вы боитесь потерять семью, то есть вы боитесь потерять то, что вам дает семья, вот, с одной стороны. И с другой стороны, речь идет о том, что ваш муж, он все время говорит неправду, что тоже порождает определенные сложности. Какие порождают это сложности? Ну, например, это порождает сложности такие. Первое, то, что мужчина, если он врет, он, скорее всего, стыдится. Скорее всего, стыдится. Каких-то вещей, мужчина стыдится, мужчина в себе это не понимает, мужчина в себе это подавляет, мужчина как-то вот находится в таком вот конфликте, мужчина находится в противоречии сам с собой, и соответственно, он стыдится, вот, в чем он врет, да, вот именно то, в чем он врет, да, а он стыдится, вот мужчина этого стыдится, к большому сожалению. Мужчина этого стыдится, вот. И вопрос заключается в том, на самом деле, почему человек стыдится этого. То есть вот по какой причине он этого стыдится. Вот. Что мотивирует его стыдиться. Вот. Это может быть вы. То есть вы можете мотивировать человека стыдиться сами того не желая. Это может быть он сам, да, то есть, ну, человек может сам значит, стыдиться каких-то, ну, моментов, да, каких-то, каких-то деталей, да, и так далее. Вот, то есть вариантов здесь довольно много, вариантов. Того, вот, собственно, того, что мужчина стыдится, но вам желательно постараться для себя определить. Не влияете ли вы, вот не влияете ли вы на то, что мужчина чего-то стыдится? То есть нет ли вашего вклада вот в то, что мужчина стыдится? Ну, грубо говоря, чего-то, и говорить неправду, потому что, зачастую люди сами, вот, как-то мотивируют других стыдиться
того, что они делают, значит, путем своих ожиданий. Я вот ну, понимаю, что вам может быть это, конечно, неприятно, да, я понимаю, что вам может быть, ну, что вам может не нравится то, что я говорю, но постарайтесь, пожалуйста, этот момент зафиксировать. Следующий момент, который я хотел бы сказать, да, это то, что вы боитесь потерять семью. Вы боитесь потерять семью. Есть основания, по которым вы боитесь потерять свою семью. Я вам, как я и сказал, что-то дает. И необходимо понять, что она вам дает, чтобы не быть зависим от этого. Ну, от того, что вам дает семья. Вот. Это очень важно. Очень важно. Потому что вы сами себя загоняете, ну, по факту в угол. Вот. Это. А это не хорошо. Да. Ну, условно говоря. Для ваших взаимоотношений с мужем, да и вообще с людьми в целом. Поэтому очень важно для себя понять, что вам дает семья, почему вы боитесь семью потерять, и какая ваша, ну, грубо говоря, заинтересованность в том, чтобы семью сохранить. Следующий очень важный момент, который я хотел бы обратить вам, на который я хотел обратить внимание, заключается в том, что боясь потерять семью, вы игнорируете, к сожалению, своего мужа. То есть сам человек вами игнорируется. И это нехорошо. Потому что отношения строятся все-таки людьми. И во главе угла в отношениях стоят все-таки люди, а не
Ну. Ну, социальный институт, да, а не социальный институт, понятно, во главе угла. Поэтому я хотел бы, чтобы вы, вот, обратили внимание на человека. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на человека, а не на то, что вы хотите сохранить с этим человеком семью. Вот. Чтобы вы в какой-то степени, может быть, перестали использовать человека для своих, ну, может быть, для своих целей, вот. Я не говорю, что вы, что вы делаете что-то плохое, обязательно. Я не говорю так, но я говорю, что мужчина, он, как и любой, в принципе, человек, он может чувствовать, что сам по себе он вас, ну, не так вот, чтобы волнует, не так, чтобы прям беспокоит, ну, беспокоит, да, вот. Понимает, какая штука. И вот это является самой здесь такой вот тревожной и неприятной. Тревожной, неприятной историей. Вот. Поэтому я хочу, чтобы вы все-таки постарались определить, а чего вы хотели бы для своего мужа, да, что вы хотели бы, что вы можете ему дать, что вы хотите своему мужу дать вообще, и может быть, когда вы определитесь вот с тем, чего вы хотите, ну, что вы хотите дать своему мужу, и вы начнете ему это давать, ваши отношения станут несколько более, несколько более естественными, несколько более адекватными, вот, несколько более искренними, вот, и так далее. Я думаю, что примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. И я надеюсь, что у вас будет возможность
обратиться к психологу, да, для того, чтобы разобрать вот эту историю, разобрать этот момент, и чтобы прийти все-таки вот к, ну, каким-то решениям, да, вот, прийти к каким-то, ну, каким-то таким позициям, да. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вот, семью сохранить можно. Почти любые отношения можно гармонизировать. А вот. Вопрос заключается в том, хотите ли вы это делать, да? Вот, сейчас мне кажется, что вы воспринимаете на свой счет то, что человек врет, вы воспринимаете на свой счет это. И поэтому вам так тяжело. Для начала нужно отграничить то, что делает мужчина, и то, что вы сами, например, чувствуете. Вот. Ну, это мне кажется более чем справедливо. А дальше уже, ну, сняв вот, первично напряжение, вот, вы сможете адекватно решать вопрос. Вот. Ну и такие вот рекомендации, да, могут быть, как вспомнить, что между вами общего было, вот, вспомнить, что вас объединяет, вот, ну и так далее, и тому подобное. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится.